сомнения кожу. Но чувствует Эльвин на этом пути, любовь без сомнений ей точно поможет. Отпустил предспектакльный мандраж, поэтому тост такой уже более, скажем так, сложный. Я на самом деле когда-то, где-то лет 5 назад, познакомился с Ольгой Чулковой совершенно случайно, так судьба свела нас. Потом познакомился с ее чудесным семейством. Потом попал сюда, в этот театр, познакомился здесь с чудесным еще одним семейством, семейством Марии и Эвелины, которое полюбил всем своим сердцем. Потом познакомился с чудесным семейством наружных, замечательных совершенно. Вы знаете, такое ощущение, что... Семейный клон. Ну да, так люди так вот вливаются, и такое ощущение, что люди становятся вот своими, как бы... Театр домашний. Правильно. И вот чтобы все, кто сюда попадал, чтобы они все вливались в это... Домашняя атмосфера. Спасибо, Саша. Ты же стакан допиваешь. Да. Боже, какие порфы. Давай, иди. Ну ладно, это не будет. Давай, давай.